Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас Full HD телевизор LG 49LK 5910 2018 года выпуска. Модель относится к средней ценовой категории среди бюджетных моделей. Диагональ экрана 49 дюймов, разрешение 1920 на 1080 пикселей. Телевизор поддерживает Full HD, можно смотреть фильмы с высоким разрешением, так как картинка отличается четкостью и высокой детализацией. Подсветка Direct LED, индекс частоты обновления кадров 60 Гц. Прекрасному качеству картинки способствует технология реалистичных сцен Active HDR, обеспечивающая четкую детализацию и естественную цветопередачу с расширенным диапазоном контрастности. А технология Dynamic Color делает цвета более яркими, насыщенными, устраняет помехи и повышает резкость. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра Full HD контента с данной модели телевизора 207 см. Изысканность внутри и снаружи. Благодаря стильным металлическим рамкам телевизор выглядит еще более современным. Размеры телевизора 111 см в ширину, 65 см в высоту, толщина 8,1 см. Весит около 11 кг. Цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. В комплекте предусмотрено крепление веса 300 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы. Один композитный, один компонентный, один HDMI 1.4, один LAN, два входа для антенны, один для обычной и один для спутниковой. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi. На боковой панели расположены один USB 2.0, один HDMI 1.4, один слот CI+, 1.4. Данная модель оснащена Smart TV на базе операционной системы WebOS. Она позволяет использовать приложения и премиум-службы при помощи голосовых команд, а через кнопку Ivi на пульте можно перенестись в одноименный онлайн-кинотеатр. Управление ТВ может осуществляться с помощью смартфона с установленным на нем приложением от LG. Два динамика. Мощность звуковой системы 10 Вт. Технология Virtual Surround Plus обеспечивает многомерное звучание. Это дает возможность воспроизводить насыщенный звук через встроенные динамики телевизора. Создается ощущение, что технология объемного звука от LG воссоздает звуки заново. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. SD-каналы показывают на четверку. Для пользования интернетом нужны мышка и клавиатура. Лучше подключить свою акустику. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам не только об отрицательных сторонах, но и о положительных. Давайте перейдем к хорошему. Качественная и естественная цветопередача. Smart TV не даст заскучать. Встроенный цифровой тюнер. Картинка красивая даже от аналогового ТВ. Спасибо за просмотр. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор.